6 компонентов идеальной интимной жизни. Вроде бы все просто, но на деле оказывается, что далеко не у всех постоянных партнеров в совместной интимной жизни присутствуют все нижеперечисленные компоненты. Вот тогда-то и возникают проблемы. Проверь, а все ли идеально у вас с партнершей. Здоровая интимная жизнь у каждой пары находит свое выражение по-разному, так как у каждого человека существуют разные запросы. Но, как считают датские кексологи и психологи, здоровая интимная жизнь в целом должна включать в себя следующие компоненты. Оба партнера должны в равной степени быть довольны совместной интимной деятельностью. Никто из партнеров не должен чувствовать, что его принуждают к чему-то, чего он делать не хочет. Имеется возможность сказать кексу «нет» в любое время и по любой причине. Существует взаимоуважение сторон перед интимными отношениями и после их завершения. Интимные отношения не наносят удар по самооценке каждого из партнеров. Стороны не боятся делиться с партнером прошлым половым опытом и не стесняются обсуждать совместную интимную жизнь. Последний пункт, особенно в том, что касается «не бояться делиться с партнером прошлым половым опытом», для нас в России, конечно, спорен. В Скандинавии с ее традициями свободной любви такое, наверное, работает. У нас же очень многие уверены, что прежним половым опытом не следует делиться. Хотя, опять же, многие отечественные кексологи и психологи утверждают, что наличие кекс-скелетов в шкафу во многих случаях приводит к определенному интим-дискомфорту и даже к развитию комплексов и отклонений. А значит, такую интимную жизнь уже вряд ли можно будет назвать здоровой.